Разговоры с Могилев. Вы слушаете областное радио. Мова, добрий вечір. На протягу ближайшого тижня до вашої уваги огляд подій в області у матеріалах наших кореспондентів, програми «Гроші в бізнесі» нашого СОМО, у якій вас чекає зустріча з начальником міжрайонного відділу ДАІ управління внутрішніх справ Могилівського облвиконкома майором міліції Маратом Анатолійовичем Чумаковим. Розмова у програмі пойде про попередження дитячого дорожнього травматизму, про правила поводження на дорогах і так далі. Початок програми у 18.30 буде спрацювати телефони прямого ефіру. Обласне радіо новини. Тема руху городского пассажирского транспорта Прошмитовский мост задержана. Рух открыт в субботу. А вось рух по части Пионерской в понедельник оперативует. У Могилевской области снижается подростковое оплачение. Музей БУС с военными экспонатами залетал в Москву. Областной центр долучился до республиканского марафона 70. А зараз про это и иншая тема больше подробязна. Дизайн і інгредієнти французькі, витворці білоруські. Парфумерна косметична фабрика «Сонце» Осиповичів запустила нову лінію продуктів для пригожості і здоров'я. Назва краса зрозуміла усім славянам і вибрана не випадково. Новий бренд планують активно просовувати на експорт. Хутка з'явиться краса і у білоруському гандлі. Не конкурувати з айчинними витворцями, а скорочати долю імпортних товарів на наших прилавках, таку мету ставить перед собою на «Сонце». Не коли набити за одну базову недобудованих цих Осиповичів вирос до повновартісного підприємства усього за год. Інвестори, які унесли у проєкт 40 мільйонів доларів, довольні створеними умовами. Коли у 2011 році підприємство випустило першу партію страного порошка, у Гандлі доля імпортних коштів для прання складала 70%. Зараз сонце уже займає 30%. Затверджена схема руху пассажирского транспорта на час проведения ремонтных работ на Шмитовском мосте у Могилеве. По информации отдела энергетического транспорта управления экономики Могилевского жарбоконкама, эта схема будет выношена 21 февраля. Так, троллейбус номер 7 зеленого луга у бок Львушка. Лесопарка будет рухаться теперь по проспекту Шмита и улице Лабровской. А вот у отворотном напланку из Любуза до зеленого луга по Пушкинской проспекте и проспекту Орджоникидзе. Троллейбус номер 6 номер 13 будет пролегать чугуночного вокзала по Першомайской, проспекте Миру, Рашмитовский мост на Габровскую. А сон по Пушкинским проспекте и Першомайской снова на чугуночный вокзал. Маршрут автобуса номер 15 от Крепенька Могилев облнафтопродукт теперь так само будет пролегать по проспекте Шмидта. Наблизится до своих традиционных схем руху маршрутное такси номер 7 и 7К. Маршрутное такси номер 9 и 42Т. Будешь докладно про измены у схеме руху громадского пассажира транспорта можно довериться на сайтах радио и телевидения, а так само Матеровский Сабл и Горводенкама. С 23 червня будет перекрытый рух транспортных средств по улице Пионерской у Могилеве. Как поведомили у отдела энергетики и транспорта Могилевского аэрофонтана, перекрытый участок от проживания в улице Лепяшинского до перекрыжевания с завулком Буянова, связанного с проведением рабочих работ на улице Пионерской. Трасса автобусных маршрутов номер 3, 18 и 21 будет организована по улице Першомайской. Ориентировочно рух транспортных средств будет перекрытый с 23 червня. Вот 57 официально зарегистрованных мест для купания денежья у Могилевской области. На дворе покой не сприяет для заплывов. Однако уже у ближайшей дни значит, что и мобильная группа из лику работников милиции Министерства по надзвичайной ситуации с представником мясцовой улады почнут працевать в возможном режиме у мест дозволенных для купания. Только в Угорском районе таких не решится 8. На одном из академичном дозоре побывал наш корреспондент Анатолий Чуйский. Привет! Я вот готовы это как-то город в неделю. Все на академичном озере купаются. На вот школу все и ходит, что? На вот моего знакомого не надо. Бабулю я не застал. А до меня подвели две озерные рыбалки, как он же понятно. 78 годов уже горка райцентра Нина Михайловна. Вот как вою и дошел. Водные процедуры. Ну, не знаю. Мы плаваем 9 мая. И тоже каждый день. Это примерно метров 50-20.
как в Испанию приехала, ни хуже. Узровень доброго порадкования академичного озера и его пляжа купальщики задоволены. Нормально. Так что, что обустроено, это очень важно. Очень важно. Вот только женщины с забурением ставятся до тех, кто купается у забороненных мест. Это такой народ, который делает нарочно. Вот недавно повесили, приходил мужчина, говорит, а это кормушки разнесли. У всего в городском районе наличивается 8 мест, дозволенных для купания. Правда, до недавнего часа на двух водоемов у вёсках Кушки и Квартяны по разным причинам купания было забавлено. На данный момент проблема выражена. И теперь место для купания отповедает им санитарных изменений. Все нормально оборудовано. Конечно, немножко некоторые задержки, но все-таки автомобильные станции добились того, чтобы они соответствовали тем ходам, которые сделали. Контрольные пляжи на рыбах и водоемы городского района специально сформированные мобильные. Мы мобильную группу ждали из дела райисполкома на новые сетки и... А значит, купаться не надо, поверьте, постой, а то самое время на походу в студийную дорогу, как это лично, чтобы иначе даже не было. А значит, в тишине городской районной организации, вот, конечно. Поэтому нужно всех отдыхающих посещать места, где купание разрешено. То есть оборудованы соответствующим снаряжением, где произведено обследование водолазания, постоянно производится забор проб воды, если не сидим в станции. И говорите, да, пожалуйста, приходите, отдыхайте под вниманием сотрудников отхода. 50 килограммов макулатуры, 20 килограммов шкла, 3 килограмма полимера и килограмм текстиля. Стольки дровосной сыровины повинны дать за год кожный котельный. За котлан спасибо ужинал до организации и прокурором Солчероковского района. Как наблюдается до выполнения таких показчиков коммерсуется дровосной сыровины, кажется, Череповская коммунальная четреба шмат красовать населенством. И полно взрослый у культуры по особному сбору смеса в этом баллоне есть. Это также коммунальники, место у жихаров приходится привыкать. Правильно, крышка по контейнерам для смеси. До здоровья у Клишевском районе у аварии загинул бобрый камень. Его автомобиль Volkswagen Passat въехал по север, перекрылся от разъезда и отбылась недалеко от Вёски Батеевича. По поводу информации сотрудников уважающих инспекторов, работал в районе уважливость на повороте дороги и не справился с кированием. А до отрыманных травм он помер на месте. Дороче, раненый недостатки, где водитель не скрывался. Двое непрослышных могилевчан выкрыли ночью в шатыре Тулы и две елки в могиле на могилках, поведомили в управлении внутренних справ облвыконкома. Выкладальники хотели продать древо на рынку. 46-годового мужчину с 28-годовым приятелем Лечейники запрошили на велику ножки, а прошенники криминального вышика Ленинск Харал затримали недалеко от гаражно-будовничьего кооператива по улице Дайнинска Берели. Утекать от правоохранцев землюхники не стали и рассказали, куда и откуда несли древо. Елки и Туи были конфискованы. 18 червня следующий комитет распускал криминальную справу. За кровец под отрываном можно показать покарание до 3 одного избавления воли. Протокол и административное прознание о выгоде штрафу у помера 600 тысяч рублей отримал жихар Чаву за порушение правил корыстания газом. Пах газа у подъезда пошли соседи и выкликали аварийную службу. Ее сотрудники нашли 3 отключенные конфорки, газ у этих не горел и мощная газозаванность у квартиры. А при мужчине того, что отбылось, господар квартиры обновился. Больше 1000 литров браги за одни только сутки конфисковала милиция у жихаров Могилевки в области. Наркотики по сводке управления Москвы Могилевского облсполкома особливо вызначился пенсионер Вёски Новой Могилевки Могилевского района. Он заховал у своей хате о браге 300 литров браги. Поскольку ее не выявила и не конфисковала милиция, пенсионера погружает буйный штраф. А вот самогонщик из Московского района
необхідні після списки адаптажності сховали Прагу у невикористовуємо для її на фірмі, але дякуючи участковими, усі 180 літрів Праги відправлені на утилізацію. Як констатують сховатами, це жахари в області проявляють більше більше витрушуючи пау, відомо краще навіть за самих дома. А хочні такі факти не будуть повинні. Проєктами вузькі Лисовського і Дрівницького району. Але з Бобричанин пасовує 200 літрів спірту у Бразі. Усі у летальному сітраді, всі у Бразі, так само поставилися з Бразі Чемнівного Скарда.